Так, прошло, наверное, года 3 или 4 с момента покупки лодки. Лодка плавала раз 5, наверное. Есть у нее вот здесь вот одна маленькая заплатка. Чем-то прокололи клиенты. И на дне, по-моему, маленькая заплатка. Значит, какие приколы выявились в процессе эксплуатации? Сейчас я внутрь воды залил. Видите, капелька выходит. Капелька. То есть есть 2-3 места, где по капельке вода травит через стыки, через места склейки. Сейчас я набрал туда воды. Я постоял несколько часов. Видите, вот чуть-чуть выдавливали. То есть вот в этих угловых местах здесь уже подмазывали мы жидкой латкой. Сейчас еще подмажу. Но есть проблемы с герметичностью дна. То есть вода набирается, ну точнее, сейчас она вытекает, а так она набирается. А баллоны вроде бы не спускают. Баллоны вроде бы держат. Вот как я их накачал. И еще ручка оторвалась. Ручка здесь была такая совсем ни о чем. Оторвалась ручка. Так что лодка, к сожалению, не идеальная. Но и стоит она, в принципе, недорого и достаточно легкая. Сейчас промажу все жидкой латкой, буду опять тестировать, что с ней не так. Так, вот все места, которые вызывали у меня подозрения, и в прошлый раз вот они были, и сейчас я еще раз промазал жидкой резиной. Это называется жидкая латка, высыхает за минуту. Очень хорошо заклеивает мелкие-мелкие неровности. Здесь вот видно, что когда проклеили шов, осталась вот такая вот, скажем так, фиговинка. И из нее вот в каких-то местах я 4 места нашел, где вытекала вода. Но я решил, вот сколько у меня было жидкой латки, полностью промазать вообще все, скажем так, возможно проблемные места, которые у меня вызывали какие-то сомнения. Вот так вот я все это подмазал. Теперь надо делать тест на воде. Теперь надо лодку тащить на речку, ставить на воду и смотреть, во-первых, спускают ли борта или не спускают, и во-вторых, есть ли еще какие-то дополнительные протечки. Так что лодка любая требует доработки. Здесь вот видите, да, вот она заплаточка. Где-то кто-то поцарапал у нас эту лодочку. И это был не я.